Высокий темп жизни в мегаполисе, отсутствие полноценного отдыха часто приводит к реакции раздражения буквально от всего. Что делать при таком эмоциональном состоянии, рассказывает эксперт рубрики «Про ваши вопросы» клинический психолог Ася Шабалина. Что могу порекомендовать я, вот находясь здесь и сейчас? Фокус внимания на свое состояние, пожалуйста. Это очень важно. Не на внешние факторы, там они будут раздражать, а на свое собственное состояние. Где в теле находится это раздражение? В каком образе находится раздражение? Какое у вас дыхание, когда вы находитесь в этом состоянии? Как только фокус внимания вы будете переводить на свое состояние, оно уже будет меняться. Оно уже станет более сбалансированным, нежели когда этот фокус внимания был вовне. Ну и, конечно же, в таком состоянии к специалисту. Но здесь, конечно, можно говорить о состоянии психического пресыщения. Я всегда говорю, что наша жизнь, она складывается из наших состояний. В каком мы состоянии находимся таким образом и относится к нам, складываются определенные события. И, конечно, если все раздражает, это вопрос к тому человеку, которого все раздражает, и уж никак ни в коем случае не к окружающим. Здесь уже можно работать со специалистом,